Не стоим! Знаете, говорят, японцев остановили. Отобрали у них 16 орудий, взяли несколько сопок. Пленных захватили. Что, не верите в скорую победу? Не верю. Ни в скорую, ни в какую. При таком бардаке кругом никакой победы быть не может. Все катится куда-то. В тартарары. Я черт знает, чем все это кончится. Ну, вы что же? Зачем вы-то на войну пошли? Вас ведь к этому никто не обязывал. А дело в том, Сергей Алексеевич, что у той истории, которую я вам рассказываю, до сих пор нет финала. Разве нет? Нет. Вам дать карту? То есть как это? Не хочу. Колоды потрудитесь не трогать, вас уж сегодня раз поймали на этом. Черт знает, что такое. И 100 рублей не хватает. Ну, допускай. Дальше. Мечу. Что теперь, Алексей? Во имя чего ты отказался от этого прекрасного назначения в Москву? Неужели ты не понимаешь, как это важно для твоей карьеры? Из-за этой твоей глупости уже недовольны некоторые высокопоставленные лица. Мама, я не могу сейчас оставить полк моих товарищей. Алексей, не лги. Ты с тем только остался в полку, чтобы никуда не уезжать и продолжать видеться с этой женщиной. Мама. А потом, что это? Что происходит? Если бы это была блестящая, грациозная, светская связь. Но тут, как мне рассказывали, какая-то отчаянная страсть. Александр, ты скажи. И ты тоже недоволен мной? Я, право, не понимаю, о чем ты-то так заботишься? Я о том забочусь, что тебя невозможно нигде застать. А в понедельник тебя опять видели вместе с Карениной. Есть дела, которые подлежат обсуждению только тех, кто в них прямо заинтересован. И то дело, о котором ты так заботишься, такое. Да, но тогда не служит. Я прошу тебя не вмешиваться. И только... Алексей, не забывайся. Я не буду разбираться, какая это любовь, страстная или не страстная, порочная или нет. Я сам... не святой, но я знаю одно, это любовь. Не нравится очень многим. Если бы это была обыкновенная, пошлая светская связь, минутное увлечение, вы бы оставили меня в покое. Но нет, вы видите, что это что-то такое, чего вы не можете понять. Алексей, прошу тебя, прекрати это безумие. Эта страсть может вовлечь тебя, Бог знает, в какие глупости. Что с тобой сегодня? Ты не здорова? Нет, я здорова. Нет, ты не здорова. Или огорчена. О чем ты думаешь? Все об одном. Лучше расскажи мне про скачки. Для нас, гвардейских офицеров, это очень важное событие. Будет сам государь. Ну и, конечно, весь двор.
В нашем заезде участвуют лучшие наездники империи. Будет 9 препятствий, но я вижу, что случилось что-то. Я беременна. Да. Ни вы, ни я не смотрели на наши отношения как на игрушку. А теперь наша судьба решена. Необходимо кончить ту ложь, в которой мы живем. Кончить? Как же кончить, Алексей? Оставить мужа и соединить нашу жизнь. Она соединена и так. Да, но совсем. Совсем. Как? Ну, чего не, Алексей, как? Разве есть выход из такого положения? Разве я не жена своего мужа? Из всякого положения есть выход. Анна, мы не можем. Это не может так оставаться. Особенно теперь. Надо решиться, все будет лучше. Нужно объявить ему все и оставить его. Очень хорошо. Положим, я это сделаю. Вы знаете, что из этого выйдет? Я вперед все расскажу. Вы любите другого человека и вступили с ним в преступную связь. Я предупреждал вас о последствиях в религиозном, в гражданском и в семейном отношении. Вы не послушали меня, и теперь я не могу отдать позору свое имя. А, еще что-нибудь в этом роде. Перестань. Вообще он скажет со своей государственной манерой, и с ясностью, и точностью, что он не может оставить меня, но примет все зависящие от него меры остановить скандал. И сделает спокойно, аккуратно то, что скажет. Вот что будет. Это не человек, это машина. И злая машина, когда рассердится. Все-таки необходимо сказать ему. А потом уже руководиться тем, что он предпримет. Что ж, бежать? Да, бежать. Но я не вижу возможности продолжать это. И не для себя, я вижу, что вы страдаете. Бежать и мне сделаться твоей любовницей. Она. Сделаться твоей любовницей и погубить все. Никогда. Я прошу тебя. Я умоляю тебя, никогда не говори со мной об этом. Всю низость, весь ужас своего положения, я знаю. Но это... Это не так легко решить, как ты думаешь. Из-за меня ты пожертвовал всем. Я не могу себе простить то, что ты несчастлива. Я несчастлива. Я как голодный человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, и платье у него разорвано, и стыдно ему. Но он не несчастен. Александровского государственного. Лейб-гвардии конно-гренадерского полка штабс-капитан барон Стемпель на жеребце Лондон.
гвардейской конной артиллерии поручик Аслан Бекайдемиров на жеребце Вещун, 4 лет, завода князя Оболенского. Кавалергардского Ее Величества полка корнет князь Кузовлев на жеребце 2, 4 лет, завода стрелецкого государственного. Лейб-гвардии конно-гренадерского полка прапорщик барон фон Штакельберг, 3. Намерение крошка, 20 лет, донской породы, завода неизвестного. Лейб-гвардии конного полка флигель-адъютант ротмистр граф Вронский. Лейб-гвардии гусарского его величества полка полковник граф Орлов Денисов. 5-го гусарского александрийского полка поручик Тупалов. 12-го донского казачьего полка сотник Филипп. Передайте всем офицерам, участвующим в скачке, мою благодарность, пожелания благополучия и удачи. Ваше императорское величество, прикажете начинать? Начинайте. Мое почтение, генерал. Здравствуйте, ваше превосходительство. Вы не скачете? Моя скачка труднее. Есть две стороны, исполнителей и зрителей. И любовь к этим зрелищам есть вернейший признак низкого развития для зрителей. Здравствуй, Алексей Александрович. Здравствуй. Здесь только блеска. У меня даже глаза разбежались. Мое почтение, княгиня. Спасибо, что привезли Анну. Обратно мы поедем вместе. Княгиня Пари? Вы за кого держите? Мы с Анной за князя Кузовлю. Я за Вронского. Пару перчаток. Идет. Кажется, запускают. Да-да, все готово. Господа, выравниваемся. Готовы? Готов. Внимание! Марш! Разбился.
Сейчас узнаем. Надо идти, надо к нему, надо узнать. Пойдемте, нам пора. Поедемте домой. Стива! 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 Я еще раз предлагаю вам свою руку. Оставьте меня, я останусь. Слава богу, цел. Цел. Третий раз я предлагаю вам свою руку. Алексей Александрович, ну что вы? Я Анну привезла, давайте я ее отвезу. Извините, княгиня, но я вижу, что Анна не совсем здорова и желаю, чтобы она ехала со мной. Алексей, ты цел? Что я сделал? Что я сделал? Однако мы все склонны к этим жестоким зрелищам. Я замечаю... Что? Я не понимаю. Я должен сказать вам, что вы неприлично ведете себя нынче. Чем я неприлично вела себя? Что вы нашли неприличным? То отчаяние, которое вы не умели скрыть при падении одного из ездоков. Я уже просил вас держать себя в свете так, что злые языки не могли ничего сказать против вас. Было время, когда я говорил о внутренних отношениях. Я ведь не говорю про них. Теперь я говорю о внешних отношениях. Вы неприлично держали себя, и я желал бы, чтобы это не повторялось. Может быть, я ошибаюсь. В таком случае прошу извинить меня. Нет, вы не ошиблись. Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его. И я его любовница. Я не могу переносить. Я боюсь, я ненавижу вас. Делайте со мной, что хотите. Требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор, пока я приму меры, обеспечивающие мою честь, и сообщу их вам.
сердце без религии. Испорченная женщина. Алексей Александрович, вас сейчас должен занимать лишь один вопрос. Как наилучшим образом отряхнуться от той грязи, которую она забрызгала вас в своем падении? И продолжать идти по своему пути. Деятельной, честной, полезной жизни. Вы правы. Я не могу быть несчастлив от того, что презренная женщина сделала преступление. Что же делать? Моя честь. Дарьялов дрался на дуэли. Без сомнения, наше общество еще так дико, что очень многие посмотрят на дуэль с хорошей стороны. Но каков результат будет достигнут? Ну, положим, вы вызовете его на дуэль. Положим, вас научат, вы нажмете на курок. И окажется, что вы убили его. И что дальше? Да. Какой смысл в убийстве человека для того, чтобы определить свое отношение к преступной жене? Ну, что еще вероятнее, и что, несомненно, будет. Вы будете убиты или ранены. Вы – невинный человек, жертва, убит или ранен. Еще бессмысленнее. Вы правы. Дуэль немыслима. И никто не ждет ее от меня. Ну что же тогда? Развод? Попытка развода может привести лишь к скандальному процессу, который был бы находкой для ваших врагов, для клеветы, для унижения вашего высокого положения в обществе. Ну что же тогда остается? Что мне делать? Алексей Александрович, ваша цель должна состоять в том, чтобы обеспечить свою репутацию, нужную вам для продолжения службы. Есть только один наилучший выход из того положения, в которое она поставила вас. Каков же он? Удержать ее при себе. Скрыв от света случившееся и употребив все меры для прекращения этой связи. Но мое отношение к ней не сможет оставаться таким, как прежде. Алексей Александрович, неужели вы хотите, чтобы она соединилась со своим любовником? Ведь тогда ее преступление выгодно для нее. И тогда вы сами бросаете ее в объятия Вронского. Это невозможно. Алексей Александрович, сделайте так, как я говорю. И тогда никто не вправе сказать вам, что вы не поступили сообразно с правилами религии. Знамя, которое вы всегда высоко держите среди общего охлаждения и равнодушия. Лидия Ивановна, я очень-очень благодарен вам. И за дела, и за слова ваши. Я должен все обдумать. Решить. Ну, уж и задали мы вчера. Всю ночь не спали. Лучше скажи, что выпить. Такая гадость во рту, что... Водки лучше всего. Водки, князю, и огурец. Водки. Ты думаешь? А ты выпьешь? Вместе так выпьем. Не хочу. Опять за свои счета принялся. Ты после этого точно из бани. Злый как черт. Я
нет, каково мы окончили. Волков залез на крышу, говорит, что ему грустно. Я говорю, давай музыку, погребальный марш. Представляешь, он так и заснул под погребальный марш на крыше. Алексей, выпьешь? А ты выпей. Выпей непременно водки, потом дельтерской воды и много лимона. А потом уже шампанского немножечко. Так, бутылочку. Вот это мысль. Шампанского немножечко. Ну что, подвел баланс? Да. Нашел, что должен 17 тысяч с сотнями. Ну, твое свидетельство. Для человека со 100 тысячами дохода такой долг не затруднителен. Это так. Но дело в том, что у меня нет этих 100 тысяч. Вот это уже новость. Где же они? Не в карты же спустил. Да ты не играешь. Об этом мало кто знает. В свое время брат, имея кучу долгов, женился на Варе. А она дочь декабриста, безо всякого состояния. Ну, я и уступил ему весь доход семеняться. Выговорил себе только 25 тысяч в год. 25 тысяч в год? Ну, ты уж прости, просто мне казалось, что ты проживаешь гораздо большую сумму. Да, мать давала мне ежегодно еще 1020. Но сейчас, разозлившись из-за Анны, ну, словом, она перестала присылать мне деньги. Если я сказал оставить мужа, это значит соединиться со мной. Но как я увезу ее теперь, когда у меня нет денег? Ну, хорошо. Положим, это я мог бы устроить. Но как я увезу ее, когда я на службе? Если я сказал это, то надо быть готовым, то есть иметь деньги и выйти в отставку. Алексей, я не хочу давать тебе советы в этом вопросе, да и не имею права. Ну, стоит ли ломать жизнь из-за женщины? Она для меня женщина, достойная такого же, даже еще большего уважения, чем законная жена. И я бы дал себе отрубить руку, чем. Хорошо, что ты собираешься делать дальше? Вопрос в том, выходить в отставку или же нет. Алексей, ты честолюбив, у тебя блестящее будущее. Решай сам, сможешь ли ты перечеркнуть все во имя чувства. И к тому же, сможет ли она... Чего тебе? Вам человек принес. Дай мне свою карету. Думаю, коляску еще надо запрягать. Бери. Лошадей только не загони. Помоги мне одеться. Лошадей не загони. Алексей, мне необходимо было тебя видеть. Что произошло? Вчера
возвращаясь домой с Алексеем Александровичем, я объявила ему все. Сказала, что не могу быть его женой. Что... И все сказала. Да-да, это лучше. Тысячу раз лучше. Я об одном желал, одного просил. Разорвать это положение. Да, но... Зачем ты говоришь мне об этом? Разве я могу сомневаться в этом? Да, но не в этом дело. Кто-то идет, может быть, знает нас. Что? Мне все равно. Я говорю, не в этом дело. Ты понимаешь, что теперь... Прости меня, но я радуюсь этому. Я надеюсь, теперь ты оставишь его? Я надеюсь, ты позволишь обдумать и устроить нашу жизнь? Я завтра собираюсь... А сын? Сын, неужели ты не понимаешь? Надо оставить его, а я не могу. Я не хочу сделать это. Ну, ради бога, а что лучше? Оставить сына или продолжать это унизительное положение? Ты говоришь унизительное? Не говори это, эти слова не имеют для меня смысла. Ты пойми, что с того дня, как я полюбила тебя, все переменилось. Все. Для меня все в жизни твоя любовь, и если она моя, то я чувствую себя так... твердо, так высоко, что ничто не может быть для меня унизительно. Я горда своим положением, потому что горда. Ну разве нельзя устроить развод? Разве нельзя взять сына и все-таки оставить его? Да, но это все от него зависит. Скоро все решится. Но не будем. Не будем больше говорить про это. Я очень рад, что вы приехали. Как Сережа? Я не буду обедать дома нынче. И сейчас мне надо ехать. Алексей Александрович. Я преступная женщина. Я дурная женщина. Но я тоже, что я была. Что я сказала вам тогда? И я приехала сказать вам, что я не могу ничего переменить. Я вас не спрашивал об этом. Я так и предполагал. Но как я вам говорил, тогда я писал. Я теперь повторяю, то я не обязан этого знать. Я игнорирую это. Не все жены так добры, как вы, чтобы так спешить сообщать столь приятное известие мужьям. Я игнорирую это до тех пор, пока свет не знает этого, пока мое имя не опозорено. И поэтому я только предупреждаю вас, чтобы наши отношения были такие, как были всегда. И что только в том случае, если вы компрометируете себя, я должен буду принять меры, чтобы оградить свою честь. Но отношения наши не могут быть такими, как всегда. Я не могу быть вашей женой, когда я... Может быть, тот род жизни, который вы избрали, отразился на ваших понятиях? Я настолько презираю и то, и другое. Впрочем, не понимаю, как имею столько независимости, как вы, объявляя мужу прямо о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного, как кажется. Вы находите предосудительным исполнение в отношении к мужу обязанности жены. Алексей Александрович, что вам от меня нужно? Я хочу, чтобы я не встречал здесь этого человека. И чтобы вы вели себя так, чтобы ни свет, ни прислуга не могли бы обвинить вас.
чтобы вы не видали его. Кажется, это немного. И за это вы будете пользоваться правами честной жены, не исполняя ее обязанностей. Вот все, что я имею сказать вам. Теперь мне время ехать. Я не обедаю дома. Подойди-ка сюда. Ну, иди. Не бойся. Раненых привезли! Как тебя зовут? Нитяо Шаму Минц. Алексей. А ты? Ни? Мотяо Чуньшан. Чуньшан. Красиво. Что-то вроде рожденная весной. Да, красиво. Йенто, капитан. Йенто. Да, хорошо. Сейчас. Все.